Первый день человеку была дана душа, а с нею ясность мысли. Во второй день по земле неумолимо начал разливаться яд. Демон, пожирающий души. Вот так нас встречает демон Souls. Так как демон Souls является основоположником Dark Souls, то и основа всех механик игры Demon Souls и даже сам лор нашли свое продолжение в Dark Souls. Именно эти самые souls, то есть души, являются ключевым элементом лора в душевных играх от Миядзаки. И между Demon's Souls и Dark Souls можно провести много аналогий, хотя и сама концепция этих двух миров различна. Души, которыми обладают все люди, дают возможность мыслить, чувствовать, любить, иметь цель в жизни. Также те, кто обладал большим количеством душ или более сильными душами, имел большое могущество. И желание обладать этим могуществом не раз приводило к плачевным результатам в серии Souls. В Dark Souls люди, теряя человечность, так называемые темные души, постепенно превращались в бренную оболочку, теряя память и разум и в конечном итоге становясь полыми. В Demon's Souls люди, теряя душу, тоже теряют разум и превращаются в безумцев, убивая всех на своем пути, но при этом их тела не становятся полыми. В мирах Demon's Souls и Dark Souls существуют различные механизмы, как человек может лишиться своей души. Этому может поспособствовать проклятие нежити, которое появляется при угасании первородного пламени, как в Dark Souls. Либо это бесцветный туман и появляющиеся из него демоны, пожирающие человеческие души, как в Demon's Souls. Дальнейший рассказ о лоре Demon's Souls и его аналогиях с Dark Souls я буду рассказывать по мере поступления этого лора. А пока давайте я расскажу, как будет строиться это прохождение. Я постараюсь построить маршрут прохождения как можно более оптимально, чтобы собрать максимально возможное количество предметов и открыть наибольшее количество трофеев за одно прохождение. А также сделать его максимально простым и понятным для новичков, которые не знакомы с данной серией. Хотя я думаю, таких, наверное, единицы. Лор также никуда не денется, хотя он и достаточно скудный по сравнению с Dark Souls, ведь Demon's Souls это все-таки первый блин от Миядзаки, вышедший 9 лет назад. А ремейк в части лора совершенно ничего не изменил. Так что не будем судить его за это слишком строго, а давайте уже приступим к созданию персонажа. Но перед началом игры я все-таки рекомендую вам зайти в настройки и в разделе «Игра» отключить автоснаряжение предметов. А также в разделе «Камера» отключить автозахват цели, так как это будет только мешать. Также необходимо зайти во вкладку «Сеть» и установить состояние при запуске автономно. Это очень важно для того, чтобы настройки сервера вам не сбивали тенденции мира. И если вы сделали все правильно, то при нажатии «Новая игра» нам предлагают либо подключиться к сети, либо играть автономно. Мы выбираем играть автономно. Итак, создание персонажа. Здесь нам предлагают выбрать либо мужское, либо женское телосложение. В принципе, здесь нет никакой особой разницы. Выбираете любого, кто вам больше привлекателен. Единственное, что некоторые сеты брони будут подходить только либо к женскому телосложению, либо к мужскому. Но даже если вы выберете мужское телосложение, а в дальнейшем захотите поиметь женское, то в дальнейшем в игре можно будет это изменить. Так же, как и внешность персонажа. И я выберу мужское телосложение. Вводим имя игрока. Вы можете обозвать себя как угодно. И дальше следует уже более важный выбор, это класс. В игре представлено целых 10 классов. Это солдат, рыцарь, охотник, жрец, маг, странник, варвар, вор, храмовник и знать. Все они имеют различные начальные характеристики, а также разный набор стартовых предметов, брони, заклинаний и тому подобное. Читать описание этих классов я не буду, так как они не несут никакой лор. А если вам интересно, вы можете сами поставить на паузу и почитать. Сразу бросается в глаза, насколько детализированы персонажи в переиздании Demon's Souls. Видна каждая складка, каждая царапинка на одежде. Также можно заметить, что все
классы в тяжелой броне, они как бы немножко стоят в сутулой стойке. Ну, не мудрено, броня слишком тяжела. К сожалению, нет никакого описания, что дают те или иные характеристики, а также нет описаний предметов, которые вы получаете, выбрав тот или иной класс. Но чтобы облегчить вам жизнь, особенно для тех, кто впервые сталкивается с этой игрой, я вам расскажу, что дает та или иная характеристика персонажа. Итак, начнем по порядку. Уровень души. Это ваш текущий уровень. Каждое повышение уровня вам по умолчанию дает физическое, магическое и огненное сопротивление. Даже если бы вы не повышали какую-либо из характеристик, хотя это невозможно сделать, уровень души сам по себе повышает ваши характеристики. Но с повышением уровня следующий уровень стоит вам все дороже и дороже. В принципе, как и во всех RPG-играх. Жизненная сила повышает максимальное количество очков здоровья, а также максимальную грузоподъемность. Не путать с весом снаряжения. Да, в Demon's Souls есть максимальная грузоподъемность. В основном она была сделана для того, чтобы вы не могли таскать с собой бесконечное количество лечебной травы. Так как ограниченный эстус для лечения еще не изобрели, пришлось разработчикам сделать такой параметр, как грузоподъемность. Но, к сожалению, это ограничение также еще приводит к тому, что вы не можете с собой таскать бесконечное множество мечей, топоров и различных предметов, а также материалов для апгрейда, что немного раздражает, но переиздание этот момент поправили, и вы теперь можете в любой момент игры, не возвращаясь в Nexus, перекидывать свои предметы в склад. Также, повышая жизненную силу, вы немного повышаете себе физическую защиту. Так что, если вы не хотите умирать от 2-3 ударов топора, то этот параметр для вас будет жизненно необходим. Особенно для новичков. Интеллект. Повышает максимальное количество очков маны и количество слотов для заклинаний. Важный параметр для мага, но выше 30 его качать практически нет никакого смысла, так как на 30 вы уже получаете 5 ячеек для заклинаний, что в принципе достаточно. А также на значение 30 у вас будет 200 очков маны. И так как такие читерские заклинания в Demon's Souls, как Огненный Шторм, съедают всего сотню, то вам будет достаточно полной строки на целых 2 заклинания. Ну, также в игре есть и различные кольца, предметы, которые увеличивают количество маны и слотов для заклинаний. Магия Demon's Souls включает в себя и заклинания, и пиромантию. Особняком стоят только чудеса, которые тоже, кстати, используют очки маны. Но чтобы увеличить количество слотов для чудес, нужно будет уже прокачивать веру. Выносливость повышает вашу стойкость, вес снаряжения, немного грузоподъемности, а также увеличивает сопротивление к огню, яду и кровотечению. Опять же, оптимально качать до 30. До этого уровня больше всего идет прирост сопротивления к огню, кровотечению и отраве. Ну, максимум до 40, так как после 40 перестает увеличиваться стойкость. Выше 40 могут качать разве что те, кто хочет надеть какую-нибудь супер тяжелую броню и при этом порхать как бабочка. Ну а так вообще броня в Demon's Souls начинает приносить все меньше толку, чем выше ваш уровень. Позже объясню почему. Следующий параметр у нас сила. Повышает ваш базовый физический урон и урон от оружия со скейлами на силу. Если кто не знает, что такое скейлы, я позже объясню это в игре. Также сила необходима, чтобы вообще использовать то или иное тяжелое оружие, ну или щиты. Вообще силу каждый качает под себя, под то оружие, которое он хочет использовать. Единственная рекомендация, что больше 36 силы в Demon's Souls не нужно никакому оружию, чтобы его эффективно использовать. А прирост к базовой физической силы практически заканчивается после 50. Ловкость также повышает базовый физический урон и урон от оружия, но только уже со скейлами на ловкость. Но также ловкость еще и уменьшает урон от падений.
Хотя в Demon's Souls это не очень и критично. Из рекомендаций можно сказать, что больше 24 ловкости ни одно оружие в игре не требует. И так же, как и силу, выше 50 этот параметр нет никакого смысла качать. Магия. Как ни странно, повышает силу магии. Но также усиление магии зависит от вашего катализатора, который вы используете. Ну, катализатор, если кто не знает, это различные магические палочки, при помощи которых вы кастуете заклинания. Также повышает урон от оружия, заточенное по пути полумесяца. При значении этой характеристики в 24 вы можете использовать любое оружие в игре, которое требует характеристику магия. А также я рекомендую качать этот параметр, ну, даже для магов, где-то в районе не более 40-50. Опять же, в зависимости от того, какой катализатор вы будете использовать. Вера. Увеличивает физическую и магическую защиту. А также увеличивает количество слотов под чудеса. Также не забывайте, что сила чудес зависит от используемого вами катализатора. И если вы будете использовать оружие, которое заточено по пути Луны, то вам также необходимо будет прокачивать параметр веры. Так же, как и при магии, при значении 24 вы сможете использовать абсолютно любое оружие в игре, которое требует характеристику веры. И выше 40 качать этот параметр особого смысла нет, если вообще кому-то нужны чудеса в Demon's Souls. Удача. Увеличивает частоту дропа предметов с врагов и защиту от болезней. Также дает бонусный урон к одному оружию в игре. Как по мне, так это самый бесполезный параметр в Demon's Souls, так как он увеличивает частоту дропа предметов, но не качество дропа предметов. Чтобы увеличивать качество дропа предметов, вам все так же придется манипулировать тенденциями мира. И никакая удача тут вам уже не поможет. Ну, вроде на этом все. Про все характеристики я вам более-менее рассказал. И теперь нужно на основе того, что я вам только что рассказал, выбрать под себя класс. Что вам больше всего будет необходимо в этой игре. Ну, а по своему опыту я вам могу порекомендовать только следующее. Выбирать, однозначно знать. Ну, кто-то может оспорить мой выбор, но это мое решение. Даже для новичков я рекомендую выбирать знать. Да, у нее может показаться слишком мало жизненной силы, но зато это компенсируется другими параметрами и предметами, которыми обладает этот класс с самого начала игры. В процессе игры я об этом подробно вам все объясню, потому что вступление у нас так уже слишком затянулось. Выбираем знать. И здесь очень важно еще выбрать начальный дар. Да, в оригинале не было такого параметра, как начальный дар. В ремейке его добавили. И здесь из всего того, что нам предлагают, самое-самое лучшее — это кольцо провидения. Дело в том, что в Demon's Souls есть трофей, который вам откроется после того, как вы соберете все кольца в этой игре, включая вот это кольцо, которое вам дается в начальном даре. Это кольцо, по-моему, также дается для тех, кто предзаказывал делюксовое издание в игре. Ну, я думаю, что и надеюсь, что делали это единицы, переплачивать за воздух. Такое себе занятие. И в дальнейшем в процессе игры это, конечно, кольцо можно получить, но это достаточно геморройно на самом деле. Проще его просто выбрать в самом начале, потому что других альтернатив, в принципе, тут особо и нет. Поэтому, не раздумывая, выбираем кольцо провидения. Ну и дальше это уже внешность персонажа, которую вы можете настраивать, конечно же, как хотите. И да, здесь можно к мужскому телу приделывать женскую голову. Ну, в нынешних реалиях я промолчу. Это можно было уже заметить изначально заставки, когда появляются синие фантомы в образе девушек, азиатов, черных. По-моему, в оригинале там вообще лиц не было видно, там все были в шлемах. Здесь же в шлеме только в заставке главный герой. Ну, что-то такое достаточно банальное у меня получилось. И давайте уже начинать.
King Alant the 12th, by channeling the power of souls, brought unprecedented prosperity to his northern kingdom of Boletaria. That is, until the colorless deep fog swept across the land. Boletaria was cut off from the outside world, and those who dared penetrate the deep fog never returned. But Valifax of the Royal Twin Fangs broke free from the fog and told the world of Boletaria's plight. That the old King Alant had roused the Old One, the great beast below the Nexus, from its eternal slumber, and that a colorless fog had swept in, unleashing terrible demons. The demons hunt down men and claim their souls. Those who lose their souls lose also their minds. The mad attack the sane, and chaos reigns. Valifax also spoke of the enticing power of the demon souls. Each time a demon claims a human soul, the demon's own soul is invigorated by the life force. And the power of a mature demon soul is beyond human imagination. The legend spread quickly. Mighty warriors, lured by the possibilities, braved the fissure to breach the accursed land. But none have returned. Bjor of the Twin Fangs. Yurt the Silent Chief. Saint Urbane. Skurva the Wanderer. The sixth Saint Astraea with her knight Garl Vinland. And Sage Freyk the Visionary. The colorless deep fog slowly creeps beyond Boletaria's borders. Humankind faces a slow and steady extinction. The deep fog will eventually swallow all lands near and far. But Boletaria has one final hope. A lone warrior who has braved the baneful fog. Ah, oh, has the land found its savior? Or have the demons found a new slave? И нам предлагают отправиться в путь к Нексусу. На самом деле, в Нексус мы пойдем так или иначе. В данный момент нам предлагают выбрать, хотим ли мы проходить обучающую локацию или нет. И я рекомендую особенно новичкам, да и не только, ради того, чтобы разжиться дополнительным лутом и немного привыкнуть к механике игры, все-таки пройти эту обучающую локацию. Потому что потом в нее попасть никаким образом уже нельзя. Brave soul who fears not death. I shall guide you to the fissure. So that you may lull the Old One back to slumber. И мы попадаем в проход к заставе. И нас встречает ремейк своими красотами. Сзади у нас закрытая дверь, назад пути нет. Мы прошли через разлом. И, похоже, нам кто-то помог в этом. Ну что ж, давайте немного начнем с лора. Вы думаете, мы начнем играть? Но нет, пока что мы еще не начнем играть. Итак, что мы поняли изначально с заставки? Король Алант XII каким-то образом обратился к силе душ и пробудил от вечного сна старейшего, великого зверя, скрытого под Нексусом, что изначально привело к эпохе процветания в его северном королевстве под названием Болетария.
Да, именно в Болетарии будет проходить наше приключение. Но вот пришло время расплаты, и Болетарию окутал бесцветный густой туман, который отрезал ее от внешнего мира. Из этого тумана появились демоны, которые питались душами людей, обретая при этом небывалую мощь. Теряя души, люди сходили с ума и начинали нападать на еще уцелевших людей. Тут сразу можно провести аналогию с Dark Souls, а именно с Лордраном или Дрангликом, где короли при помощи сил душ обеспечивали свои королевства процветанием. Однако впоследствии все эти королевства также плохо закончили. Появившийся в королевстве Болетария бесцветный туман стал растекаться за ее пределы, угрожая поглотить весь мир. Сквозь туман из Болетарии во внешний мир смог прорваться только Валарфакс, который и поведал, что там происходит. Узнав, что происходит в Болетарии, могучие воины стали пересекать разлом, за которым лежали проклятые земли. Возможно, эти воины шли туда, чтобы остановить распространение тумана, а возможно и с целью наживы и обретения новых знаний. Но ни один из них не вернулся. Бьор, Юрт, Святой Урбейн, Скирвир, Астрея, Гарл, Фреке. В будущем в Болетарии мы их так или иначе повстречаем. Наш герой тоже решил попытать удачу и отправиться через разлом в земли Болетарии. С этого и начинается наше путешествие, а чем оно закончится, будет зависеть только от нас. И нас встречает первый противник. Вот такой вот немощный, измученный человек, которого, похоже, лишили души. И он даже не хочет нас никак атаковать. Да, рапира, конечно, не самое мощное оружие. У нее есть как несколько плюсов, так и несколько минусов. В принципе, как у любого оружия. Рапира очень быстрая и съедает немного выносливости за один удар. К тому же рапирой можно атаковать, прикрываясь щитом. Также, если вы будете атаковать ею в каких-нибудь узких проходах, то она не будет цепляться за стены. Но также у рапиры есть и минусы. Это не очень большой урон. И невозможность ее атаковать по площади. То есть каждая ваша атака будет прилетать в основном в одного противника. Также если посмотреть в описании рапиры, то можно увидеть, что она имеет колющий тип урона. И в Demon's Souls есть 4 вида урона. Это обычный физический урон. Это, можно сказать, такой универсальный тип урона, который не будет иметь небольших плюсов, но и не будет иметь и больших штрафов против различных типов врагов. Также есть дробящий урон, который больше всего наносит урона в Demon's Souls, по крайней мере, по скелетам. В основном таким уроном обладают дубины, либо какое-то очень большое мощное оружие. Колющий урон, такой же, как у нашей рапиры. Она больше всего наносит урона противникам в чешуе, например, ящерицам. И также у нас есть еще рубящий урон. В основном таким уроном обладают сабли, и он больше всего наносит урона по противникам, у которых нет совершенно никакой брони. То есть противникам из живой плоти с голым телом. Также помимо этих стандартных типов атак, оружие можно закалить на дополнительный тип урона, такой как огненный, либо магический. И это может компенсировать тип урона вашего оружия против неподходящего противника. Ну, например, если вы бьете рапирой по скелету, против которого рапира совершенно неэффективна, и если эта рапира будет обладать магическим уроном, и скелеты будут чувствительны к магическому урону, то общий урон по скелету будет вполне приемлемый. И даже если рапиры нам будет недостаточно, у нас всегда есть вариант Б. Это волшебная палочка, при помощи которой мы можем кастовать заклинание издалека, вообще не приближаясь к врагу. Это в тему к тому, что этому классу на начальном этапе жизненная сила не так уж и сильно и нужна. Ну, давайте почитаем. Небольшая рапира, несмотря на узкую область атаки, представляет собой грозное оружие,
прекрасно пробивает металлические доспехи и твердую чешую. Однако удар тонким мечом легко отразить, а против блока он и вовсе бесполезен. Им можно атаковать, не опуская щита, но рапиру лучше держать в левой руке и парировать ей удары, а не блокировать их. Ну, во-первых, переводчики здесь, конечно же, наколбасили. Сначала они пишут «им можно атаковать», потом «парировать ей удары», так «им мечом», либо «ей рапиры». Дело в том, что рапиру можно назвать мечом. Рапира – это и есть меч с узким лезвием. Ну, просто переводчикам нужно было уже здесь определиться. Либо они уже используют как мужской род, либо женский род. Само описание рапиры тоже достаточно странно, но, наверное, здесь уже не вина переводчиков, а того, кто составлял этот текст. В описании рапиры пытались дать какие-то подсказки, как ее правильно нужно использовать, но отчасти эти подсказки не очень удачны, мягко говоря. Но, во-первых, рапира прекрасно не пробивает металлические доспехи, по крайней мере, в Demon's Souls. Хорошо пробивает металлические доспехи здесь магия. А также я бы никогда не стал использовать рапиру для парирования ей ударов. Хотя, возможно, кто-то и захочет это делать, но явно этот совет далеко не для новичков. Палочка из серебра, используется для чтения заклинаний, принадлежала одному из волшебников знаменитой школы Йормедаров. Ну, из этого описания мы хотя бы узнали про наименование магической школы. Да, в каждой части душ есть свои наименования школ, типа Мельфии, либо Винхейма. Уникальное зачарование увеличивает максимальный запас маны владельца. А вот этот пассивный эффект этой серебряной палочки очень даже ничего. Особенно на начальном этапе. То есть она увеличивает максимальное количество очков маны. Ну, правда, ее нужно обязательно держать в руке при этом. Малый щит. Небольшой щит, хорошо подходящий для парирования ударов. Обращение с ним требует опыта. Легко вооруженные воины часто используют его в паре с рапирой. Ну, да, выбор, похоже, у меня оптимален, судя по всему. Хотя тут он рекомендует рапирой парировать. Давайте посмотрим, что у нас есть из снаряжения. Та самая трава, которой будет очень много в игре, при помощи которой мы и будем лечиться. Она здесь представлена в различных вариациях. Лечебное растение, названное в честь лунной фазы. Используйте, чтобы восстановить здоровье. Действие лунной травы различается в зависимости от времени сбора. Траву полулуния собирают, когда она только начинает увядать. На самом деле, не самая худшая трава. Да, в ремейке траве дали больше вес, чтобы главный герой не таскал ее тоннами в инвентаре. И у нас еще есть дворянский лотос. Лепесток алого цветка, плавающий на поверхности воды. Используйте его, чтобы вывести из организма яд. Изображение этого изящного растения стало популярным среди знати. Но на самом деле данный цветок нам в ближайшее время уж точно не понадобится. И можно вообще его убрать из быстрого доступа. Также у нас есть камень душ. Светящийся камень, черпающий энергию душ. Меняет цвет в зависимости от природы ближайших душ. Создан Герри, знатоком магического ремесла и другом премудрого Фреки-провидца. Такие камни часто берут с собой путники, ценящие простоту его использования и малый вес. Возможно, именно этот камень мы используем для сбора душ с убитых врагов. Также на нас надет сет волшебника с серебряным венцом. Выкованная из серебра корона. Изящный головной убор волшебников знаменитой школы Йормедаров. Особенно зачарование увеличивает максимальный запас маны владельца. Да, так же как и палочка, серебряный венец нам увеличивает максимальное количество очков маны, что тоже очень хорошо. Грубый камзол из ткани, такие носят признанные волшебники. Ну, то есть мы все-таки кем-то признаны. Толстые перчатки с замысловатыми металлическими украшениями, обычно такие носят признанные волшебники. И ботинки. В такой обуви удобно ходить по каменному полу, ее носят признанные волшебники. Этот сет очень легок, он нас сильно не перегружает. Ароматное кольцо. Кольцо с отделением для пряностей, принадлежащее знатному человеку. Постепенно восстанавливает ману. Чрезвычайно редкое украшение тонкой работы. Тоже очень классное кольцо для мага. То есть мы можем тратить очки маны, и они у нас будут постепенно восстанавливаться. Кольцо провидения. Дорогое,
хотя и внешне простое кольцо, увеличивает вероятность нахождения предметов. Как раз вот это кольцо мы выбрали в качестве дара. Когда-то оно было главным из сокровищ купца, рискнувшего своей жизнью ради больших богатств. Кто был этот купец, тут можно только гадать. И также у нас есть одно заклинание. Стрела души. Обычная магия выпускает стрелу души. Стрелы души наносят магический урон, что особенно полезно в бою с врагами, которых защищают от физических атак металлические доспехи и твердая чешуя. То есть из этого описания можно понять, что магия вообще эффективна против металлических доспехов и твердой чешуи. Итак, давайте уберем из предметов быстрого доступа лотос. Он нам точно в ближайшее время не пригодится. А также лучше переставим нашу волшебную палочку из правой в левую руку. Так у нас будет больше маневров для атаки. В любой момент мы можем ударить и рапирой, и пальнуть заклинанием. Если посмотреть на вкладке снаряжения в правую часть, то можно увидеть текущий наш вес снаряжения. То есть это все то, что на мне в данный момент одето, плюс оружие и щит. 24,3% загруженности. Это очень хорошо. При такой загруженности у меня самая максимальная мобильность. Да, чем выше ваша загруженность, тем ниже будет ваша мобильность, вплоть до того, что вы вообще, по-моему, не сможете перекатываться, если вы будете слишком перегружены. Опять же, не путайте вес снаряжения с характеристикой грузоподъемность. Это разные вещи. Также здесь можем видеть это количество нужных душ нам для следующего уровня, текущее количество душ, которые мы только что поимели, убив первого противника, наши стартовые характеристики. Здесь также можно переключать и смотреть наши более расширенные статы, но лучше это все смотреть в разделе «Статус». Здесь их можно видеть сразу все на одном экране. Крайний левый раздел мы уже изучили. Посередине у нас находится раздел с базовой силой и силой атаки. Здесь можно посмотреть наше максимальное количество очков здоровья, очков магии, нашу стойкость. Ну, стойкость, такое себе название, я бы назвал ее вообще выносливостью. Ну, я привык ее называть выносливостью, так же, как и параметр выносливости. Наименование стойкость больше применим к тому, что выносливость мы также тратим, когда блокируем нашим щитом атаки. И чем выше у нас стойкость, тем дольше мы можем стоять в блоке и блокировать атаки до того, как наш щит пробьют. И мы впадем в стан. В стан — это такое неприятное состояние, когда вы не можете ничего делать в течение какого-то времени вообще. Не защищаться, не двигаться, не атаковать. То есть вы абсолютно открыты для атаки. Но в основном очки стойкости мы будем тратить на различные курки, атаки. И, соответственно, она будет у нас постепенно восполняться. И чем меньше мы загружены, вот сейчас мы загружены, как я уже говорил, на 24%, тем быстрее у нас эта стойкость будет восстанавливаться. Здесь также можно посмотреть наш вес снаряжения, максимальный возможный вес снаряжения, который мы можем с собой на себе носить. Параметр грузоподъемности – это максимальный вес предметов, который может быть у нас вообще в инвентаре. Если он достигнет максимума, то мы просто больше не сможем поднимать предметы с пола. Характеристика поиск предметов, ну, тут чем она выше, чем чаще будет у нас дроп. Допустим, у нас сейчас 68, если снять наше кольцо провидения, то она сразу падает до 27, то есть колечко так неплохо нам добавляет. Также можем видеть, что правым оружием мы атакуем на 79 единиц, левым на 64. Да, щитами здесь тоже можно бить, но щитом можно бить только тогда, когда он у нас стоит в правой руке. Либо когда мы взяли щит в две руки. Потому что мы можем менять между двумя оружиями, которые у нас здесь установлены. То есть, либо я могу поставить голые руки, либо рапиру. То есть, рапира в плане увеличения атаки мне не так уж много и дает. Всего лишь на 19 больше урона по противнику. Единственное, что она еще обладает колющим эффектом, который тоже может дополнительный урон наносить. Но это к чему сказано. То есть, базовый физический урон, это то есть урон руками, он не суммируется с уроном оружия. Урон оружия растет только от тех самых скейлов, либо от заточки. То есть, если посмотреть на параметры оружия, то есть от бонус к характеристикам, как раз от бонус к силе и бонус к ловкости, там есть такие буковки E и D, то есть это как бы уровень скейла. Самый лучший — это S, то есть идет как в алфавитном порядке E,
Это самый худший, потом идет D, потом идет C, потом B, A и S. То есть всего получается 6. Причем в оригинальном Demon's Souls в русской версии эти скейлы обозначены не буквами, а цифрами. Ну, вообще во всей серии Souls используются именно буквы. И все к нему уже привыкли. То есть рапира у нас чуть-чуть скейлится от силы и немножко получится скейлится от ловкости. То есть если мы будем увеличивать эти характеристики, урон будет немножко возрастать. И как раз вот бонус плюс 5 именно это и показывает, где вот физическая атака. Также можно посмотреть, что рапира дает снижение от физического, магического, огненного урона, и пробивание у нее 30. Это работает только в том случае, если вы вдруг этой рапирой захотите защищаться. Ну, защищаться рапирой это как минимум глупо. Если посмотреть щит, то у него 90% физической защиты. Причем это снижение в процентах, заметьте. То есть, если вас будут бить, например, на сотку, и вы будете блокироваться щитом, то у вас будет проходить всего 10 урона. То же самое касается и магического, огненного урона. Ну и параметр пробивания, это как долго вы сможете стоять, защищаясь щитом, до того, как вы спадете в стан. То есть параметр 45, он не очень хорош. Ну, в принципе, это и маленький щит. Что вы от него хотите? Дальше у нас идет сила магии, сила чудес. Как вы могли уже понять, влияет на силу магии, силу чудес. И правая колонка, это у нас защита. То есть у нас есть как и обычная защита от обычного оружия, также есть и защита именно от дробящих атак, от рубящих атак, от колющих атак. То есть, ну, в данный момент у нас все одинаково. Единственное, что у нас есть наша базовая защита 12. Это защита, как сказать, нашего тела. То есть, чем больше мы будем прокачивать уровни, тем эта базовая защита как раз будет увеличиваться. Вот это о чем я и говорю, что придет время, когда у вас ваша базовая физическая защита может даже быть выше, чем защита от вашей брони. Но так как эти все характеристики суммируются именно в защите, то броня все равно нужна. К тому же наша базовая защита не приносит защиты от различных типов атак. Также у нас здесь сопротивление, кровопотери, яду, болезням, наши базовые характеристики, которые дает наше тело, и также общие характеристики, которые складываются с базовыми, плюс наш сет брони, который также каждый элемент дает защиту от того или иного урона. И в самом низу у нас память. Это сколько у нас слотов под определенную магию. В данный момент у нас всего лишь один слот, и он занят как раз магической стрелой. Ну что ж, вроде более-менее о различных характеристиках я вам рассказал. Если у вас возникнут какие-то дополнительные вопросы, вы, конечно же, можете их задать в комментариях. Но мы пока что понаслаждаемся немножко графикой ремейка Demon's Souls. Да, графику здесь очень хорошо переработали. Старые локации, конечно, они все же старые локации, но выглядят очень по-новому. И также здесь у нас сообщение от разработчиков, которые описывают механику самой игры. То есть, как бегать. Но при этом разработчики здесь добавили меню помощи. Такое вот меню, где, в принципе, эти же подсказки описаны и даже приведены видеоролики. И для начинающих я рекомендую ознакомиться с меню помощи. Возможно, вы здесь найдете хотя бы базовые элементы механики игры. Ну, в данном случае это бег. Блок. Как мы уже знаем, мы можем блокировать и бить рапирой одновременно. Выглядит примерно так. Да, урон рапиры при этом становится ниже, но зато мы не рискуем попасть в контратаку, когда мы блокируем и бьем. То есть даже если нас контратакуют, противник все равно попадает в щит. R3. Захват, сброс цели. Очень полезная вещь. То есть если мы всегда хотим кружиться вокруг противника, мы должны захватить его в цель. Можно видеть, рапира у нас наносит, сейчас посмотрим, 30-31, ну примерно 30 урона. Если бить кулаками, 15, ну да, меньше.
Но, в принципе, терпимо. Учитывая, что это все всего лишь кулаки. Решетка, сквозь которую пробивается яркий свет. И можно увидеть такой вот фантом. На самом деле этот фантом, он здесь как бы всегда есть, это учитывая то, что мы играем не по сети. Если играть по сети, то этих фантомов вы здесь можете встретить целую кучу различных надписей от других игроков, вы можете встретить целую кучу, но это уже сетевые элементы игры, и я не буду о них сейчас говорить, иначе этот ролик займет вообще бесконечное количество времени. Позже об этом вам все буду постепенно рассказывать. Да, бьем его руками. Вполне неплохо. Убиваем. Ну и вот как раз против таких вот полуголых рабов. Хорошо бы подошло какое-нибудь оружие с рубящим уроном. Трава полумесяца. И мы выходим на свет божий. Еще одно сообщение. Использует предмет на квадрат. Да, это предметы из быстрого доступа, который у нас слева. Также здесь можно открыть пояс, в который тоже можно различный предмет положить. Но сюда обычно кладут различные сетевые какие-то предметы. А написать сообщение мы не можем, мы не в сети. Здесь есть меню жестов, которые вы можете использовать. Они даже мимику здесь проработали. Также здесь добавился фоторежим, который вам позволит делать прекрасные фотографии. В этом фоторежиме даже можно менять позы персонажа, убирать либо добавлять оружие. Ну, в общем, любителям фоторежима, думаю, зайдет. Я не особо любитель. На самом деле фоторежим в Demon's Souls можно использовать. Не хочу вам, конечно, об этом говорить, но да. Все-таки скажу. Все-таки я записываю видео как гайд. Его можно использовать по-читерски. Дело в том, что в этой игре нет паузы. Даже когда вы заходите в меню, да, и что-то тут лазите, все равно игра не останавливается. И вам может прилететь по голове в любой момент. Эту лестницу можно сломать. Ставя фоторежим... Ставя фоторежим, вы ставите паузу. То есть, это чит. В Demon's Souls появилась пауза. Да, это не работает в сетевой игре, конечно же, но в локальной игре это работает. То есть, по сути, в Demon's Souls появилась официально пауза. Без всяких читов. Давайте посмотрим, как выглядит заклинание. Да, заклинание сильное. И не забываем... У нас есть еще такое сильное оружие, как бэкстебы. Их легко обижать, они используют вот эту атаку в прыжке, после которого можно легко делать им бэкстеб. Шаг назад. Если нажимать вперед и круг, то мы делаем перекат. Если просто круг, то делаем отскок. Если при этом мы еще нажимаем атаку, то у нас... Проходят различные типы атак. Ну-ка, если ему сделать бэкстеп руками? Так, все. Парень, прыгни. Да, пробили ему по почкам по полной программе. А, зачем нужна магия, когда можно просто бить кулаками? И... Давайте ради прикола. Интересно, может... Нет, бэкстеп, по-моему, у щитов нет бэкстеба. Ни бэкстебов, ни репостов у щитов нет. А, похоже, мы вот там были за решеткой. Красотища. Крящее дерево. Давайте попробуем ударить его щитом. Сколько щитом? Так, он поставил блок. 17. Да, щит бьет практически так же, как и кулаки. Если взять щит двумя руками, есть сильная атака,
10. Есть обычная атака. Сильная атака. 22. Ну, фигня. Щитом атаковать, конечно, это бред. Ну, такая функция есть. Ну, по крайней мере, этим щитом атаковать бред, конечно, если поставить супер здоровый щит. Хотя тоже это, наверное, бред. Еще одна травка. Так, надо бы еще репост кулаками сделать, посмотреть на репост кулаками. Ну, а для этого нужно кого-нибудь запарировать. То есть, по идее, вы можете вообще всю эту локацию, если вы в себе не уверены, просто ставите палочку, заклинание и вперед. Мощно так. Да, здесь, как и во всех соусах, есть обычная атака, сильная атака, атака после кулака, как я уже показывал, атака после отскока, атака с разбега. Да, у них есть разная анимация. И магия. Также есть серия атак. Ну, обычно это какие-то треххитовые атаки. Как-то комбинировать здесь их как в Bloodborne не получится с различными слабыми, сильными. Ну, по крайней мере, у рапиры такого точно нет. Кто здесь? Парирование и ответный удар. Ну, вот сейчас мы попробуем кого-нибудь запарировать сначала. Давайте руками. Кстати, руками тоже можешь парировать. Если убрать щит, давайте попробуем. Вот я с двумя руками, я могу любить левой, правой рукой. Я могу парировать рукой. Подожди, чувак. Он еще не умер. Этот уже бронированный, да. Этот уже в доспех. Контролим дистанцию. Бей. Надо парировать рукой, конечно. Не знаю, получится. И быстрее кажется, что я сдохну. Да блин, хватит затяжную делать. Бей простой. Блин, я не могу его запарировать. Так, сейчас я доиграюсь. Давай. Есть. Прикольно. Ну ладно. Мне кажется, это уже перебор. Давайте еще посмотрим парирование после урапиры. Да, точно. По идее, можно с ним разобраться на изи-моде. Вот таким вот образом. Очень точный мужичок. Причем, когда он идет, он не блокируется почему-то. Хотя должен бы. Ну, здесь еще один есть такой. Взять обеими руками, отпустить. Ну да, если зажать треугольник, можно взять ваше оружие обеими руками. Ну, рапирой это бесполезно. Что-то более тяжелое, да. Можно, возможно, пробить ему этот огромный щит. Сейчас попробуем его запарировать. Блин, не вижу из-за своей головы. Ну, да, воткнули руку ему прямо куда-то в сердце. Слишком близко я к нему был. Так. Так, мы там, кстати, поднимали траву. Можно ее поставить. Да, я поставил, чтобы автоматически не пихалось в инвентарь. Иногда это раздражает. Пихается все подряд. Сменить правое оружие, сменить левое оружие. Ну, да, стрелочками. Это уж совсем такая банальщина. Использовать магию. То есть, если мы будем нажимать на верхнюю кнопку, то мы будем использовать магию. Если нижнюю, то мы можем бить волшебной палочкой. Но удар волшебной палочкой у нас, по-моему... Ну-ка... Да, у нас удар волшебной палочкой 57. То есть, это хуже, чем удар кулаком. То есть это вообще трэш. О, винишка.
здесь нас встречают лучники. Как можно видеть, они не полые, да, здесь нет, в Demon's Souls нет полых, то есть это немножко спятившие солдаты. Либо они просто не рады меня видеть. Посмотрим, как тут обустроен уют. Душа. Ладно, сейчас я добегу до босса и почитаю все то, что я тут нового наподнимал. И здесь у нас котел. Кстати, всегда хотелось посмотреть, что они там варят. Ой. Подожди. Странец. Сейчас с руками забью. Где мои кулаки? Ой, у меня не щит. Да, долго. Ну-ка, а сильный удар. Апперкот. Жесть, смотрите, какая долгая анимация. Ужас какой. Ну, практически как Рокки Бальбоа. Так, что они там все-таки варят? Непонятно, но у нас есть фоторежим. При помощи фоторежима мы можем посмотреть. А, так это они крыс варят. Фу, блин, причем крысы такие все в пупырках. Не, ну, возможно, они стали в пупырках после того, как начали варить, конечно. Не знаю, зачем они это делают. Едят, наверное, совсем все тут плохо. С едой. Размен. Да, рэгдолл здесь не такой очевидный, как в оригинале. То есть, да, немножко их можно трогать, но таскать за собой нельзя. Ну, это и к лучшему, на самом деле. Иногда такой трэш был. С этим рэгдоллом. И да, можно посидеть, передохнуть в этой часовне, разрушенной перед битвой с боссом. Это наше первое испытание. На самом деле, если умереть в этой локации, ничего страшного, игра продолжит дальше, и ничего критичного вы не потеряете, разве что 2-3 тысячи дополнительных душ, не более. Поэтому умереть на этом боссе не зазорно. Я сам умирал очень много раз, и на стримах у меня вообще с ним были какие-то проблемы. Хотя, блин, босс там, на самом деле, достаточно простой. Один минус, что он убивает практически с первого удара, особенно мой класс. И очень много жизни у него. Итак, из нового мы подняли только траву полумесяца. По сути, имеет такое же практически описание, только тут написано, что он восстанавливает немного здоровья. Да, это похуже трава, это самая, по-моему, плохая трава. А, я думаю, почему она весит 1,2, а это весит 0,8. Дело в том, что 1,2 это общая масса травы указана. То есть 12 трав весит 1,2, а тут 4 травы весят 0,8. То есть да, трава полумесяца, она самая плохая трава. Действие лунной травы различается в зависимости от времени сбора. Траву полумесяца собирают в свежем виде. Ну то есть чем свежее, тем меньше всего, меньше добавляет. Так. Ух. Да, при помощи фотомода еще можно читерить тем, что ты можешь заглядывать перед тем, как зайти за какой-то за угол, ты можешь включить фотомод и вот так посмотреть, что же там за этим углом. Но и даже немножко можешь заглянуть за туман. Ну, за туман, по-моему, и так можно заглянуть. Нет? Нет, так туман ни хрена нельзя за это просто заглянуть. Но при помощи фотомода можно. Ну что ж, давайте подготовимся, хотя тут готовить особо нечего. Щит нам точно не пригодится, не поможет он нам, лучше поставить волшебную палку, рапиру. Ну что ж, с Богом. Авангард. И первым делом нужно как можно быстрее сблизиться с ним и забежать ему под его правую руку. Лучше всего держаться именно возле его правой руки. В идеале, конечно, сзади, ну, я бы даже сказал, не возле правой руки, а возле
справа его целлюлитные ляхи. Ой, господи, у него еще и щупальца там какие-то торчат. Возле левой его ляхи находиться намного опасней. Да-да-да, и желательно нужно, чтобы он попы не прижимался к стенам, иначе это будет плохо. Желательно его контролить где-то так, чтобы он был примерно в середине, но это прям в идеале. Так, рапира это, конечно, хорошо. Но 12 урона это не очень. Попробуем все-таки заклинание. Как вы могли заметить, этот демон очень сильно похож на демона убежища из Dark Souls 1. Там, можно сказать, чисто его копия, только, конечно, графонистая. Особенно его вот эти атаки с подлетом и ударом задницы от пола. Да, атаковать его лучше именно в те моменты, когда он атакует. Когда он просто так ходит, лучше его вообще не такого. Да, вот это вот быстрая атака, и она не достает, если вы как раз находитесь рядом с его правой рукой. Так, эта атака очень опасна. Да, босс не очень сложный, но, блин, какой же он прочный. Самое плохое, это то, что каждая малейшая ошибка может привести к моей смерти. Так что убивает он меня в основном с одной атаки. Не торопимся, не жадничаем. Так, отойди немножко назад. Что-то слишком там. Оу-оу. Да-да-да. Куда ты пятишься? Оу-оу. Не хватало, чтобы мне еще задницы. Так, я немножко не возле той руки. Ноги. Как вам больше нравится? У него вообще что голова, что задница. Задница. Ну давай, авангард. Я должен тебя убить с первого раза. Опасная атака. Главное не перенервничать. Ты когда обычно у босса остается очень мало жизни, почему начинаешь больше всего нервничать. На тебе. О-оу. 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 Вот о чем я и имел в виду. Нет. Так же хорошо все шло. Я себя не вижу, я где-то... По-моему, я где-то... Между его ног был, но... Будем считать, что этого не было. Об этом история умалчивает. Да, дают за него всего лишь 498 несчастных душ. Очень, конечно, слабый приз за такую потную победу. Здесь у нас пролом в потолке. Откуда тут столько много света? Ну, также помимо его 498 душ, и он также дает свою душу. И давайте уже, наверное, почитаем, что мы тут нового находили. Душа неизвестного воина. Отголосок души, найденный на трупе неизвестного воина. Поглотите его, чтобы получить души. Не мешкайте. Если эта душа не достанется вам, ее быстро найдут демоны. Так, чтобы нас совесть, наверное, не грызла. Душа демона, известного как Авангард, источник великой силы. Поглотите ее, чтобы получить много душ. Души некоторых демонов можно преобразовать в магию, чудеса или оружие. На самом деле, эту душу можно преобразовать в оружие, но
Учитывая то, что в этой игре можно будет найти еще одну такую же душу, то можно без угрызения совести ее съесть. Но немножко позже. Не будем раскачивать наш счетчик душ. И мы попадаем в такую вот неизвестную нам пока локацию. Эффект прикольный, когда вот этот Dragon God, бог драконов, дышит-то. Дым от кострищ тоже реагирует на его дыхание. Вообще, конечно, Bluepoint молодцы, что в части графики они, конечно, могут. Можно полюбоваться на одного из боссов этой игры. Также здесь можно разжиться хорошей травой. Так, здесь, по-моему, тоже спуск, но он ведет в то же самое место. Трава полнолуния. Очень сильная трава. Здесь у нас вот такая вот статуя. Воина. Очень много мертвых обгоревших тел. И это как бы должно, наверное, на что-то намекать. Немножко материалов для апгрейда. Вот, в принципе, ради чего мы и мучились, убивая авангарда. Ради вот этих вот небольших плюшечек. Душа прославленного воина. Почему я не могу поднять этот щит? Он стоит 2000 душ. Забери его. Забери. Моргенштерн лежит. Мечи. Щиты вот тоже. Блин, столько всего хорошего тут лежит. Которая стоит много денег, но почему-то я могу поднимать только души. Так, трава полнолуния восстанавливает огромное количество здоровья. Действие луна травы различается в зависимости от времени сбора. Траву полнолуния собирает, когда она хорошо вызрела и начала излучать яркий свет. Так, душа прославленного воина. Описание практически ничем не отличается, только что... Она была найдена на трупе прославленного воина. Да, лора, конечно, в душах здесь нет от слова совсем. Даже в душах боссов. Это очень, конечно, огорчает. Хотелось бы, конечно, больше пролить света на происхождение тех или иных боссов. Ну, что же. Что есть, то есть, как говорится. Довольствуюсь тем, что есть. Кстати, я еще шлем добавил. Это обычный железный шлем, классический. Классический рыцарский, можно сказать, шлем, железный шлем с искусно проложенными углублениями. Также шлемы носили рыцари развитой страны, что лежит к югу от Болетарии. Даже наименование не удостоились никакого написать. Углубленные углубления делают тонкий металл более прочным. Вес шлема замедляет восстановление стойкости. Нам такого добра уж точно не надо. И можно воспользоваться фотомодом, чтобы посмотреть на этого огромного дьябло. Также здесь можно увидеть вот такие вот две баллисты. И по идее, если бы можно было бы пробежать немножко вперед, я, возможно, бы смог бы ими воспользоваться, чтобы зарканить этого бога драконов. Но, к сожалению... Да уж, надо было шлем-то все-таки одеть. Глядишь, и лицо целее было бы.